Включите их. Похоже на спецназ Москвы пехоты. Первая бригада скорой помощи. Прошло 5 дней, и до сих пор нам не удалось сделать практически ничего, чтобы остановить развитие болезни у жертв манхэттенского вируса. Противовирусные средства, особенно роморокс и его производные, дают лишь кратковременный эффект, и в итоге нам остается только смотреть, как... Пророк, это Гулт. Ты слышишь меня? Прием! Ахилла, не думаю, что свобода слова – то, что тебе сейчас нужно. Нет же, нужно сказать. Я хочу выразить... Пророк, послушай меня. Я не знаю, слышишь ли ты, но они идут за тобой. Тебе надо найти тех морпехов. Послушай, безопасники ищут тебя по всему району. Передаю тебе свои координаты. Ты должен добраться сюда. Пройти через лагерь.
это было? Индикатор маскировки указывает, насколько враг осведомлен о вашем присутствии. Маскировка включена. В режиме маскировки вы временно становитесь невидимым для противника. Быстрое перемещение в режиме маскировки ускоряет расход энергии. Интересно, как Локхард умудрился заработать себе такого врага, как парень? Маскировка включена. Главная зараза здесь пророк. Он носится по городу в этой хрени, распространяя вирус или что там. Откуда нам знать? Может, он вообще источник болезни? Что-то не верится. Это личное. Как я слышал, племянник Локхарда служил в этой парни. Маскировка включена. Вот пошло не так. Говорят, Сроки пророк сошел с ума. Перепрыгнуть как консервов, включая племянника Локхарда. Херню не слышал. Локхард был против этой нанопрограммы с самого ее начала. Он всегда говорил, что до добра она не доведет. Локхард рекомендовал совету директоров свернуть программу еще несколько лет назад. Слушай, пророк, я снаружи у центра эвакуации. Тебе надо идти сюда. Не знаю, сколько смогу продержаться. Выйти из форта через крышу. Визуальный контакт потерян. Дерьмо!
Маскировка включена. Расчет запасного маршрута. Навигационные метки обновлены. Продолжайте искать. Где-то там. Маскировка отключена. Пророк, здесь кишат бойцы СЭЛ. Мне нужно сваливать. Встретимся в лаборатории. Не тормози. Сохраняйте спокойствие при включении сирены. Вы будете перемещены в отдельный блок для сливочной терапии. Много тут было этих бедолаг. У медиков и шансов не было. Видели эти трупы, да? Расплавленные. Маскировка отключена. Незаметно подобравшись к противнику, вы можете бесшумно убить его. Скажите, я что-то слышал? Взяли его? Вы можете посчитать этот вопрос странным, если только живете не в Калифорнии. Правда в том, что вы ошибаетесь. За последние 3 года сейсмическая активность возросла на всей территории Соединенных Штатов, и это подтвержденный факт. Толчки наблюдались в районах, считавшихся до этого сейсмически стабильными. Послушаем Мишель Сикорский, штат Нью-Йорк. Да, Дерек. Thank you.
Похоже, связь с костюмом прервалась. Все целиком отрубилось. Думаю, ничего непоправимого, но лучше тебе поторопиться сюда. Все идет наперекосяк. Боже мой, тут полно зараженных. А Сел проводит зачистку. Еще и цефы эти вылезли. Слушай, не высовывайся на улице, держись подземки, там безопаснее. Черт, я надеюсь, ты привел морпехов. Найти вход в метро. Расходует энергию костюма. Повышает вероятность выживания при взрывах боеприпасов. Это Пророк! Взять его!
Максимум защиты. Цель!
защиты. Возможно, туннель был не лучшей идеей. Прямо под тобой тепловых излучений масса. Будь там поосторожней. Нановизор включен. Ах ты, черт! Отвали! Отвали! Террористы, брат. Точно. Какая-то фигня из Африки. Вирусы Боуи. Под самолет ракет.